Объясняю молодым мужчинам, у которых пока еще нет своего собственного жизненного опыта. Потому что тем, кто уже прожил жизнь, но так ничего и не понял, что-то объяснять бесполезно. Любая баба – это источник повышенной опасности. Незамужняя может написать на вас заявление об изнасиловании или попытаться повесить на вас детей от другого мужчины. У замужней может быть муж – боевой олень. Но у вас же есть собственная голова на плечах. Вы же можете посмотреть, с какой бабой вы имеете дело и куда вообще вы лезете. Представьте себе, что вы идете по полю, по которому только что прошло стадо коров, и поэтому все поле завалено коровьими лепехами. И если вы вступили в говно, то кто в этом виноват? Коровы, которые насрали на этом поле, или вы сами, потому что не смотрели себе под ноги? ¿Qué pasa? ¿Te volviste loco? Era una trampa. ¿Una trampa? ¿Cuándo has visto un Toyota que se quede en la carretera?